Президента Ирана Ибрахима Раиси похоронят завтра, 21 мая. В Исламской республике объявлен 5-дневный траур. Исполнять обязанности президента будет Махамад Махбир, первый вице-президент. Через 50 дней в республике пройдут внеочередные выборы. Как повлияла смерть Раиси на внутреннюю политику Ирана? Каких изменений ждать в ближневосточном регионе? И есть ли шанс у оппозиции подорвать режим? Об этом мы поговорили с востоковедом Русланом Сулеймановым. Почти сутки власти Ирана не объявляли о гибели президента Ибрахима Раиси, решая вопрос преемственности власти. За это время появилась масса конспирологических версий о причастности к смерти Раиси израильских и американских спецслужб. Тель-Авив уже заявил, цитата, «это не мы». Однако наиболее вероятной причиной крушения вертолета могли стать плохие метеоусловия, а также проблемы Ирана в авиаотрасли из-за западных санкций, отмечает востоковед Руслан Сулейманов. Конечно, гибель любого президента – это большая редкость, но если мы говорим об Иране, мы всегда должны принимать во внимание огромные проблемы с авиацией в этой стране. В Исламской республике периодически происходят авиакатастрофы, где гибнут в том числе и чиновники. Поэтому нельзя сказать, что даже гибель президента страны – это что-то такое из ряда вон выходящее для Ирана, где, повторюсь, периодически происходят вот такие катастрофы. Плюс ко всему мы могли наблюдать, как в течение нескольких часов власти страны были не в состоянии даже определить место крушения вертолета. Они были вынуждены обратиться к своим коллегам из соседних стран, в частности, к Турции, которая отправляла и специалистов, и какие-то технические средства. Вот это все указывает на то, что Иран – это та страна, которая не может обеспечить безопасность даже первых лиц. Так что пока, на мой взгляд, нет оснований обсуждать какие-то версии о спланированном крушении. Понятно, что у Раиси было много недоброжелателей внутри страны, за ее пределами. Но это не первая величина. Все-таки главный политик в Иране – это верховный руководитель Рахбар Аятолла Али Хаменеи. Функции президента в последние годы особенно были сильно ограничены, я бы даже сказал, дискредитированы, когда многие, в том числе внешнеполитические решения, принимались без ведома правительства, в том числе и президента страны. Так что это все, конечно, я думаю, еще будет муссироваться, будет обсуждаться в Иране. Возможно, даже на официальном уровне какие-то обвинения прозвучат, очевидно, в адрес Израиля и Соединенных Штатов. Но я не вижу каких-то серьезных оснований, по крайней мере, сейчас говорить о том, что это была подстроенная катастрофа. Организация «Красный полумесяц» сообщила детали. Пассажиры вертолета погибли в первые минуты после крушения. Спасатели обнаружили обломки воздушного судна на высоте 2,5 километра над уровнем моря. Всего в поисково-спасательной операции приняли участие более 2000 человек. Президент Ибрахим Раиси был вторым лицом в государстве после духовного лидера Рахбара Али Хаменеи. Именно у него вся полнота власти. Однако для Ирана внезапная смерть чиновника такого уровня стала вызовом для системы. В то же время кардинальных изменений в политической структуре ожидать не стоит. Но среди населения могут вспыхнуть протесты. В любом случае, гибель президента – это огромный вызов для всей политической системы, которая никогда прежде ни с чем подобным не сталкивалась. Но власти Ирана демонстрировали устойчивость, скажем, в конце 2022 года, когда Исламская республика столкнулась с самыми масштабными за всю историю протестами. Тогда был продемонстрирован довольно высокий запас прочности, и он держался на том, что много людей в Иране держатся за этот режим. Да, это те, кто служит государству, служит режиму, это чиновники, но их достаточное число,
чтобы удерживать власть тем, кто находится у власти. Плюс в последние годы в Иране в корне изменилась сама структура политической конкуренции, политической борьбы. Все реформаторы были отодвинуты на задний план, и правят бал исключительно консерваторы, которым, собственно, принадлежал Раиси, даже к ультраконсерваторам. Поэтому я не думаю, что могут произойти какие-то тектонические сдвиги. Есть вероятность протестов, но, опять же, исходя из того, что президент – это все-таки не верховный руководитель, едва ли это перерастет в какие-то масштабные демонстрации. Согласно Конституции Ирана, исполнять обязанности президента будет первый вице-президент Мохаммад Махбар. Вместе с главами законодательной и судебной властей он должен обеспечить проведение президентских выборов в 50-дневный срок. У оппозиции на них не будет шансов, подчеркивает востоковед Руслан Сулейманов. Вероятно, свое положение укрепят силовики – корпус стражей исламской революции. В последние годы в Иране выборы неконкурентные. В 2021 году Ибрагим Раиси победил на первых таких неконкурентных выборах, куда не были допущены настоящие политики, представители крыла реформаторов. И вот с тех пор выборы в Иране просто перестали быть даже интересны населению. Например, 1 марта нынешнего года состоялись выборы в парламент, где была зафиксирована самая низкая явка в истории, там порядка 40% пришли на те выборы. Из этих 40% большинство просто испортило бюллетени. И сейчас, конечно, для того, чтобы транзит проходил максимально безболезненно, власти делают все, чтобы не допустить каких-то политических конкурентов консерваторам. Поэтому это будут точно проверенные люди, которые пройдут все необходимые фильтры. И это будут те политики, которые будут действовать в русле с тем, что провозглашает верховный руководитель Аятолла Али Хаменеи и его окружение в лице Корпуса стражи исламской революции. В Ливане объявлен трехдневный траур, в Пакистане – однодневный. Восточные страны, а также Россия, Китай и власти ЕС выразили соболезнования. В то же время больших изменений в регионе ожидать не стоит. Накануне смерти президента иранские власти провели переговоры с США и договорились о деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Между тем, в сети распространились видео из иранских городов с реакцией населения на новость об авиакатастрофе. В Иране очень сложно проводить какие-то социологические замеры, но совершенно очевидно, что Раиси не был каким-то популярным политиком. Повторюсь, он победил на неконкурентных выборах. И второе место, кстати, на тех выборах в 2021 году заняли испорченные бюллетени, на секундочку. И, конечно, общая обстановка в Исламской Республике, она во многом сейчас связано с тем, что страна пережила в конце 2022 года, то есть массовые протесты, такое огромное недовольство властями. Но даже если мы говорим о протестах, там Раиси практически не упоминался, потому что для жителей страны это не влиятельная фигура. Вот упоминался всегда верховный руководитель Рахбар, диктатор, как его называют, смерть диктатору, смерть Рахбару. Вот что кричали и кричат люди на улицах. Но действительно очень многие радуются, и среди моих знакомых иранцев есть такие люди, которые прежде называли Раиси мясником. Он долгое время до того, как стать президентом, работал в судебной системе, то есть в том числе принимал решения о смертных приговорах. И да, многие иранцы считают, что на руках Раиси было много крови. Так что вот это вот злорадство, оно вполне объяснимо, и я думаю, что еще мы увидим кадры с
ликующими иранцами по поводу смерти Раиси. Президент Ирана Ибрахим Раиси разбился на вертолете с делегацией. Всего на борту было 9 человек, в том числе министр иностранных дел и губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан. Они возвращались из региона на границе с Азербайджаном, где Раиси с Алиевым участвовали в церемонии открытия дамбы на реке Аракс.